Воу, ну и где, черт побери? Это мир, в котором властвует лень. И единственное место, где ты можешь ее уничтожить. Учти, Сэм, в своем мире лень может принимать облики любого существа, хоть Узана. Благо она не знает его, так что найди лень и убей. Тихо в деревне. Один пистолет валяется. Совсем ничего подозрительного нет, да? Болванчики! Как же я по вам соскучился! Напор-то усиливается. Пожалуйста, скажи мне, что это была лень. Это не так. Обидно. Эй, а вот и моя амуниция. Я просканировал этот мир, и да, ты прав. Что касается лени, она находится на одном из последних островов. Есть одна маленькая проблема. Тебе нужно пройти 5 этапов. Один из них ты уже прошел. Ха, раз плюнуть. Ну что, потанцуем?
Тут явно что-то не то. Хм, и вправду тупик. Дай мне минуту. Боюсь, минуты будет много. Сигай-ка вниз, пожалуй. Ты что, совсем что ли? Я еще пожить хочу. Прыгай, говорю. А, была не была. Обожаю ломать голову. Коридор, монстры прут кругом, прям, классика жанра. Thank you.
Воу-воу! Да, Сэм, обернись. А, опять ты, мой старый друг. Ути-пути, красное дерьмо, иди сюда. Для того, чтобы пройти дальше, Сэм, тебе нужно найти два ключа. Так, один вроде есть, значит, второй найдем. Лень – это отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времени трудовой деятельности. И к чему ты это? Да так, просто. Эх, ритм — наше всё. Закрытые двери? Обожаю. Сэм, похоже, ты проворонил ключ. Да не, быть того не может. Его там не было, шутники, блин. Сэм, неприятности на подходе. Вот черт, из чего я увалить-то должен? С пальцев? Придется бежать. Телепорт недалеко. Давай туда.
Эй, товарищ, ну что, готов огребать? Не слышу ответа. Видимо, это да. Наш сытый друг снабжен еще и опустошителем. Правда, я убивал его в каком-то из своих приключений. Да, похоже, что лень воскресила его. Так что давай без глупостей, аккуратней. Без глупостей не наш подход. О, черт, как бы не зажариться тут. Да, Сэм, ты уж давай поаккуратней. Уж постараюсь. Oh!
Проветривался немного. Знаешь, пиздюли действенный метод. Давай опробуем, а? Ну посмотрим, чего ты стоишь. Ибо это самое безжалостное существо. А шутник из него ничего такой. Погоди, он серьезно что ли?
Да, Сэм. Похоже, что лень оказалась не таким сильным противником, каким мы считали. Один момент, я телепортирую тебя обратно.